Куча доставок сейчас различных. Бар, который открыл мой очень хороший знакомый в Москве месяц назад. Кто слышал про этот бар? Да, очень интересная бизнес-модель. True cost. Это честная цена. Модель такая. Вы заходите, платите 500 рублей за вход, и все блюда по себестоимости у вас. Не та модель, которая, знаете, часто есть в Америке, в Западной Европе, когда вы заходите и едите, сколько хотите. Да? А именно вы платите за вход 500 рублей, возможно, зайти в ресторан, и у вас все блюда по себестоимости. Не знаю, как сработает эта модель, но подход очень интересный. Ресторан работает месяц. В обед вы платите 100 рублей, соответственно, у вас блюда все по себестоимости, там дешевые, простые. То есть даже в ресторанном бизнесе, вот второй пример уже, можно придумать новые интересные модели. Этот проект, который делает мой хороший знакомый, Медбукинг, Uber для врачей. Бронирование врачей через приложение. То есть он соединяет, как сейчас нас с вами соединяет такси, ну, владельцы автомобиля, таксистов, нас как потребителей, которые хотят поехать, совершить поездку. Сейчас он соединяет врачей и нас, там, как тех, кто хочет получить услугу врача. Там тоже есть рейтинги, там тоже есть уровни цен, все остальное. Очень крутой проект, он уже получил 2 раунда финансирования, большая уже компания. Вот они как раз на Slack работают. Вообще, предыдущие все модели, которые я вам показывал, почему я обратил внимание на модель, да? Модель очень важна, и с помощью модели вы можете действительно зарабатывать дополнительные деньги на простых прозаичных рынках. И с помощью модели можно совершать очень интересные вещи, как делать так, чтобы ваши покупатели покупали у вас больше. Делать так, чтобы они были уже к вам привязаны. Мы сейчас используем во всех компаниях, стараемся использовать модель по подписке. Вот предыдущее, то, что я показывал, например, доставка еды, да, это подписка. Мы в компании по озеленению открыли направление, называется Aroma Lab. Это профессиональная ароматизация помещений. То есть часто приходите в какие-то магазины, бутики, и там хороший запах. Особенно у всех, кто вспоминает Массимо Дутти сразу. Да, там пах хорошо. Да, вот это как раз Aroma Lab. Да? То есть это профессиональная ароматизация помещений. Но это не духи какие-то, да, а это специальная аппаратура. Для больших помещений она встраивается даже в вентиляцию, которая распыляет молекулярные уровни ароматы, и они часто подбираются даже от клиента, мы даже разрабатываем аромат. Модель этого бизнеса у нас, мы могли бы что делать? Мы могли бы продавать эти установки и девайсы, и потом продавать сменный картридж. Наша модель подписка. Мы продаем аромат, мы продаем вам в помещении запах. Вы у нас его покупаете за определенную плату в месяц. А мы ставим оборудование, его обслужим, это уже наша проблема. Работает оно, не работает. Мы уходим от модели продажи товара к модели продажи услуги по подписке. Подписываем годовой контракт сразу с ежемесячными платежами за обслуживание. То же самое мы сейчас делаем в растениях. Мы не просто продаем растения, мы продаем еще сервис и подписываем сервисный контракт, также годовой, с ежемесячными платежами. Таким образом, клиенту хорошо и удобно, и мы таким образом привязываем его к себе. Из самых интересных моделей по подписке мне больше всего нравится вот эта, которая есть в мире сейчас. Кто знает компанию Costco? Один человек. Я сам про нее недавно узнал, я был поражен. Это второй ритейлер в мире после Walmart. Второй ритейлер в мире. США первый. Второй. Ну, Walmart первый в США, он второй. Ну, не будем сейчас спорить, не важно. У них 689 магазинов сейчас. Это продажи типа метра, что-то, да, все в больших упаковках, огромные площади типа склада. Вот видите, люди покупают огромную упаковку, как американцы любят. Самое интересное — это модель их бизнеса.
они продают товары дешевле всех, даже дешевле, чем Walmart. На чем они зарабатывают? Они зарабатывают на ежегодном членстве в клубе Костка. Вы покупаете карточку, у вас есть разные тарифы, Gold, Platinum. В разных странах разная цена, от 55 долларов до 170, в зависимости от страны. В Мексике одни цены, в Канаде другие, в Америке третьи. Вы становитесь членом клуба. Сейчас у них 81 миллион людей, у которых есть карточки клуба Costco. Соответственно, они могут товар продавать себе в минус или в ноль, убивая всех конкурентов, и зарабатывать чистую прибыль на членстве в клубе. 81 миллион человек купили минимум по 50 долларов в год карточку. Супер, мега бизнес-модель. Это интересный проект, что можно зарабатывать на подписке на самых банальных вещах. Это доставка бритв Dollar Shave Club. У них три тарифа. Бритва за доллар вам доставляется каждый месяц. Бритва за 6 долларов и за 9. У многих проблема. Забыл купить, что-то вспоминать. Дорого, еще переплачивать за железо какое-то, которое стоит немерено денег. А у них no-name, но качество отличное, за бренд люди не переплачивают. Компания с миллионами, десятки миллионами оборотов. Это вы приводите в основном американские модели, которые в большинстве России не летают в силу абсолютно другой экономики и абсолютно другого рынка. У нас не взлетает то, что не пробовать делать и не делают. Нет, модель подписки работает везде. Uber работает в России без проблем, зарабатывает хорошие деньги. Модель по подписке работает прекрасно. Сервисные модели тоже работают. Еду доставляют, докторов бронируют.